Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Седьмой этаж торгового центра «Европейский» вновь выставят на продажу в октябре. Торги состоятся 30 числа, уточняет портал iKira.ru. Начальная стоимость нежилого помещения площадью более 225 квадратных метров составляет 7 миллионов 900 тысяч рублей. В этот же день на аукцион выставят 39 квадратных метров на первом этаже «Европейского». Стартовая цена – 1 миллион 300 тысяч. Заявки на участие в торгах можно подать до 23 октября, а определение участников аукциона состоится 26 октября. Дайджест недвижимости. Теруправление Октябрьского района Кирова разыскивает владельцев металлических гаражей. Объекты, признанные самовольными постройками, расположены в районе дома номер 8 по переулку Дружбы. Самовольными постройками признаются строения, возведенные без получения на это соответствующих разрешений, на участке, не предназначенном для их размещения, уточняется на сайте мэрии. Владельцам гаражей рекомендуют до 10 октября позвонить по телефону 36 59 72 или прийти в Управление по Октябрьскому району по адресу улица Профсоюзная, 69, кабинеты 222 или 224. Дайджест недвижимости. В России могут отменить наказание для некоторых злостных неплательщиков за коммунальные услуги. Речь идет о многодетных семьях, которые накопили задолженность по коммуналке в силу объективных причин, пояснил в российской газете председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. По его мнению, таким должникам нужно скорее помогать, а не наказывать их. Напомню, ранее министр строительства и ЖКХ страны Михаил Мень сообщил, что суммарная задолженность за услуги ЖКХ в России составляет более 1 300 миллиардов рублей. Около половины этой суммы приходится на неплательщиков физических лиц. Остальная сумма – на посредников, например, на управляющие компании. За 6 месяцев этого года Генпрокуратура возбудила свыше 500 уголовных дел против представителей коммунальных служб. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.